Что, что нарушено было? Какой режим? Любительская фото и видеосъемка на бархане Сарыкум разрешена, и она абсолютно бесплатна. По-другому здесь не было и быть не может. Но накануне в сети Инстаграм распространили видео, в котором инспектор заповедника требует прекратить запись видео или оплатить разрешение. На территории заповедника, федерального заповедника Дагестанский, запрещена профессиональная и коммерческая фото и видеосъемка без разрешения дирекции заповедника. Что подразумевает под собой профессиональная фото и видеосъемка? Это наличие штативов, осветительных приборов, различных реквизитов. И вот эта непонятная ситуация, да, с недоразумением, когда инспектор потребовал прекратить коммерческую фото-видеосъемку, люди просто выложили Инстаграм, многие не понимают, почему это, да. Мы также спросили туристов, требовали ли с них деньги за частную съемку. Скажите, с вас взимали деньги за фотосъемку? Нет, не взимали, но я же не профессионал. Фотографировали на память что-нибудь там наверху? Ну, немножко. А, скажите, с вас требовали за это деньги? Нет. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.